Добрый день, зрители! На ревью-детекторе недавно выиграл аукцион с несколькими монетами. И вот сегодня пришел вот такой вот конвертик. Конвертик простой. Открываем. Так. И что мы тут видим? Так. А, понял. Продавец монетки заложил в картон, заклеил все скотчем. Так, открываем. Открываем. Так, понятно. И вот тут вот приклеен. Опа. Как хорошо упаковали-то. Китайцы не всегда так упаковывают. Так. Фольга. Ага. Здесь маленькая бумажка. И здесь у нас вот они. Вот мои чешуйки. Большие чешуйки Бориса Годунова. Вот, все видно. Надписи большие, полные. Не то, что там 2-3 буквы. Купил я их за... Ну, аукцион выиграл за 300 рублей. Плюс 100 рублей доставка. И вот три таких замечательных чешуйки. С хорошим рельефом. С хорошими всадниками. Всего лишь за 400 рублей. У нас таких, к сожалению, я не находил. Но я вообще чешую мало находил. Вот в таком вот замечательном состоянии. Я, конечно, боялся там что-то покупать. Особенно из чешуи. Потому что, говорят, много подделок. Но это сразу видно, что это не подделки. Чекан явно настоящий. Серебро неоднородное по толщине. Вот, видны сколы. Вот такое вот пополнение моей коллекции.